Я хочу доказать, что мэр вор, что он воровал. И чтобы его посадили. Скажите этому дураку, что перестал орать на мэра. Я думаю, что я давно себя не чувствовал таким сильным, свободным. И так хорошо просто очень. За нас, за нас. Ура! Просто не надо убрать. Покажите мне статью Конституции, которая запрещает сушить белье. Вы радикально подходите к делу. После часового совещания судья Морозова приняла решение поместить под домашний арест Давида Ахаладзе. Вы не можете пользоваться ни сотовой связью, ни интернетом. Ты что выскочил? У тебя сейчас браслеты запиликают. Признавайтесь, условно дадут. А так зона. Неприятные люди. Мне нужно доказать всем вокруг, что я не виноват. Вас обвиняют в хищении. Это, в общем, довольно серьезно. Они тебя посадят. У них нет доказательств. Нарисуют. Копают под меня, а я буду под них копать. Либо мы признаем свою вину, либо мы отрицаем. И тогда надо будет уже идти до конца. За правду. Все знают, что Амир воровал. Чего они молчат? Боятся, потому что... Профессор вор! Ректор уволил вас, и все поддержали его единогласно. Можешь себя покаять. Извиниться перед мэром, да? И в чем между вами разница, а? Вас сожрут. И вообще никто даже это не заметит. Да я прошу тебя, пойдем домой. Вас нужно посмотреть. Может быть, на обследование лечь. Твой внук родится, но тебя не будет рядом. Может, это к лучшему? Да они воруют и берут взятки каждый день! Да пошли вы все к черту! Не подписывайте. Не соглашаться. Пойти, сесть и посмотреть. Не знаю.